Привет! Это второе упражнение из серии «Числительные». И сегодня мы изучим порядковые числительные – ordinal numerals. Начнем с того, как они образуются. Есть одно общее правило. Порядковые числительные образуются путем прибавления окончания th к количественному числительному. 4 – fourth, 4 – четвертый, 11 – eleventh, 11 – одиннадцатый. Однако и тут есть свои исключения. Некоторые из них сильно отклоняются от правила, другие немного меняют форму. Сейчас вы их увидите и услышите. 1. First. 2. Second. 3. Third. 5. Fifth. 8. Eighth. 9. Ninth. 12. Twelfth. При образовании порядковых числительных из количественных, которые оканчиваются на y, то есть все числительные, обозначающие десятки, начиная с 20, конечная y меняется на i, и перед окончанием th добавляется еще и буква e. 80 – 80th, 80 – 80, 90 – 90th, 90 – 90. Обратите внимание, что в сложных порядковых числительных специальные окончания имеют только последние цифры. 421st. 5111. Когда порядковые числительные пишутся в виде числа, обычно к числу добавляются последние две буквы соответствующего порядкового числительного, его словесной формы. Вот так. Теперь немного об употреблении в речи порядковых числительных. Они почти всегда употребляются с определенным артиклем the. Например, второй брак. The second marriage. I'm sorry. Is this the same Rachel, whose name you said at the altar in the second marriage? Yes, yes, yes. Иногда вместо артикля может использоваться личное местоимение. Я готов к своему первому уроку. I'm ready for my first lesson. All right, Phoebs. I am ready for my first lesson. Okay. Oh, no, you don't touch the guitar. No. First you learn here, then you learn here. И напоследок кое-что о коронованных особах. Когда порядковые числительные используются в составе придворного имени или титула, то числительные в таком случае обычно пишутся римскими цифрами, и в речи с ними используется определенный артикль. Charles the Second, Чарльз II, Henry the Eighth, Генри VIII. При переводе предложений помните о правильном выборе числительных. Например, я второй в очереди. I'm the second in line.